Привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, я сегодня пришла к Ольге. Извиняюсь, у нас все сейчас в жизни наоборот. Пожалуйста, визитку. 1D24, корпуса, вход 8. И поворачиваем направо и попадаем вот сюда. 1D24. К Ольге. Оля, доброе утро. Уже день. Здравствуйте, девочки. Всем здравствуйте. Тамара, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Как я рада вас видеть. Оль, я знаю, что у тебя сейчас очень много новинок поступило. Ужасно много. Даже сама не знаю, куда все... С чего начать? Да, с чего начинать. Давай начнем. Да, ну что хочу сказать. Том, можно вот чуть-чуть сюда? Давай. Там, мне просто здесь удобнее будет вам показать. Ага. Слушайте, шикарная модель пришла от Пиены. Я себе ее такую модель оставила тоже. Сразу же, как увидела, ужасно мне понравилось. Это трикотаж ткань. Трикотаж. Очень красиво сидит, очень хорошо смотрится. Еще раз повторюсь, Пиена фабрика. Здесь три штуки в размерном ряду. У Пиены, ну, практически всегда идет по три штучки. На место. И цена ее? Цена розничная 6500. Дальше. Трикотаж, опять же, он сейчас просто востребуемый. Осень. Да, осень, да. И хочу сказать сразу. В чем преимущество трикотажа, который продаю я? Я стараюсь выбрать те модели, которые вы сможете и на улицу одевать, в нем не холодно. И трикотаж, у которого плотность ткани такая, в помещении вам не будет некомфортно, вам будет удобно и, ну, не жарко. Значит, здесь терракот. Благодаря вот этой абстракции она будет скрывать все недостатки фигуры. Вот именно вот этот рисунок, именно вот эта абстракция. Вот эта абстракция в двух расцветках. Фуксия, терракот. Здесь открывается молния, будет вырез, если кому-то нужен V-образный вырез. Можно закрыть на замочек, когда на улице, чтобы потеплее было. Модель прямая и можно носить и с поясом. И просто без пояса. Очень хорошая модель. Цена их. Вот она, посмотрите. Сейчас я скажу цену. Вот а, она. Это тоже видите? Получается, же? Да. Вот в таком рисунке абстракция цветная. Угу. И в классическом цвете. Вот она белая. Угу. Давайте я ее к себе так чуть-чуть. Вот она белая. И бежевый цвет. Вот. Тоже очень красивая модель. Дальше. Значит, мы сейчас возобновили работу. А цена их сколько, Оль? А, цена у этой модели 5500 у этой модели. Угу. Да. Теперь, сейчас мы возобновили работу с фабрикой Верда. Верда фабрика. Фабрика, вы знаете, не очень как бы дешевая, но очень хорошая. Значит, раньше я работала когда-то, еще когда в Лужниках мы работали. Я продавала эту фабрику, и она всегда качественная, всегда хорошая тоже лекала. И что самое важное, они пользуются дорогой фурнитурой и пользуются дорогими тканями. И из этого выливается ценник. Из-за этого у них чуть дороже цена. Вот эта модель, она ко мне пришла сейчас и в суперах. До 62-го, я имею в виду супера, это до 62-го. И в баталах до 54-го. То есть 48, 50, 52, 54, 56 и так далее. До 62-го. В двух расцветках. В черном и в зеленом. И цена его? Цена его. Девочки, ну, наверное, цена где-то 7-7500, вот так. Только получили, получили товар, поэтому от этой же фабрики, тоже Верда, видите, тоже какая-то такая необычная модель, здесь вот так рабочий карман, очень хорошо тоже работает, очень хорошо продается. Вот так вот, пожалуйста. А их цена сколько? В одном цвете тоже 7. А в одном цвете они в черном. Дальше тоже баталы 42, 44, 46 маркировки.
И вот такая вот модель очень красивая. Его и как нарядку, и как повседневная. Здесь тоже очень красивая ткань, дорогая. Очень хорошо смотрится. Тоже 7000 розничная цена. Очень классно смотрится. Видите, оно прямое. Прямое. Сбоку здесь оно с разрезиками. Очень классно. Девоньки, продолжим. Теперь, пожалуйста, пиена. Я ее привезла уже не первый раз, а много раз. Модель отличная. Здесь что? Это пиджак, который вы можете потом носить отдельно. Он под пояс, такого пижамного типа костюм. Но очень, очень крутое качество, очень стильно, модно смотрится. Вот такая вот штучка. И брюки, широкие брюки на круговой резинке. Видите? Пожалуйста, очень красивый костюм, очень хорошего качества, очень красиво смотрится, стильные, модные, красивые, на любую фигуру садятся. Сюда можно будет любой низ одеть под этот пиджак, но очень классный костюм, очень красиво смотрится. И цена его? Так, цена. Галь, почем у нас цена в розницу у этих костюмов? Мы их оптом быстро продаем, даже не продавали уже. 8. Ну да, где-то 8 тысяч получится. Дешевле никак. Так, теперь хочу сказать еще вот что. У меня есть Стелла, как обычно, как всегда. Мы ее не оставляем и не придаем. Потому что Стелла всегда работает, у них всегда хорошая лекала. Вот эта модель, ну как сказать вам. Я ее недавно получила, но дело в том, что похожего плана у Стеллы всегда много моделей. Сбоку вот идут вот такие разрезы, которые застегиваются на молнию. По низу идет вот такой трикотажный манжет. Само качество трикотажа вообще у них не скатывается, не кашлатится, ничего. Прекрасно стирается, это не садится, не деформируется. Но я хочу сказать, что... Очень классный у Стеллы товар. И эта модель, она прекрасно продается. Я не знаю, у нее хорошая цена. Если розничная цена, то 5500. Оптовики, пожалуйста, пусть звонят, спрашивают, интересуются. Вот такая модель. Платье-туника. Платье-туника. Это тоже из новых моделей. Видите, вот здесь вот такой рукавчик. Длина за колено. Здесь такой интересный воротничок. У Стеллы 4 штуки в размерном ряду. 4 штучки. 42-48 маркировка. 42-44, 46-48 маркировка. Плюс 6. То есть до полного 54 размера. Очень хорошая тоже модель. Новая. Но мы ее уже повтор завозим. Так. Следующая модель. Следующая модель. Прям могу хвалить, не перехвалить бы. Мы ее тоже уже не первый раз я ее получаю. Очень красивая модель. Она не первый раз, и я даже с Тамарой уже эту модель снимала. И она была в нашем ролике совместном. Смотрите, здесь имитация эко-кожа. Внутри имитация платья такое. Вот. Здесь эта молния вот так расстегивается до половины. Здесь очень хорошая фурнитура. Я имею в виду стразы вот эти все. Здесь, ну что здесь рассказать, длина рукава, вы сами видите, как выглядит модель, вы тоже видите. Она, кстати говоря, вот это, наверное, важный момент, она есть, маркировка 42-48, а есть у нее маркировка 50-56, то есть они от баталов до 54-го и до 62-го, до русского 62-го размера. Длина за колено. За колено длина. Розничная цена 6500. Так, девоньки, ну, такой офисный вариант. Ничего лишнего. Простите, только что помято, потому что только получили груз. Это новая модель. Очень хорошо сидит. Она скорее такой, знаете, на всех, для всех модель. Быстрее, наверное, все-таки офисный вариант. Она такая тепленькая. Очень хорошо смотрится. Ну, ничего лишнего. Это Стелла фабрика тоже. 4 штуки здесь в размерном ряду. 42-48 маркировка. Очень хорошая модель. И цена его? Ой, цена у него 5000 розница. Я хотела бы продолжить вот тему платьев. Общий такой план просто теперь уже показать. Потому что
Эти все модели я уже снимала с Тамарой. И мы это все уже показывали, но повторюсь, потому что новые есть люди, которые не видели предыдущий наш ролик с Тамарой. Вот, поэтому позволите, если вот, посмотрите, какая красотища. Вот эту модель, она новая, не так давно пришла. Буквально там я неделю, может быть, назад получала первую партию. Это вот вторая партия уже пришла. Очень красивая ткань, очень красивая расцветка. На любую фигуру она садится. Очень хороший товар. Так, вот эта модель, пожалуйста, посмотрите, тоже они? Шикарные модели. 6500, розничная цена у них. Очень красиво. Здесь внутри одевается чехол. Имейте в виду, пожалуйста, там такой как сарафанчик на лямочках, и лямочки регулируются. Разные расцветки. Вот это наша любимая модель вообще на все фигуры, на любую фигуру. Очень круто смотрится. И она у нас в двух расцветках, девочки. Вот в таком. Здесь хорошая ткань, она стройнит. У нее там трикотажная стоечка, воротник, и впереди расстегивается молния. Очень красиво. Очень красивый вот этот шифон у нас. Мы с ним работаем постоянно, постоянно клиенты добирают. Прекрасно сидят, в хороших расцветках. Внизу к ним тоже идет чехол, девочки. Цены розничные. Цены 6500, 5500 у нас на платье. Это по пиене и по стелле. Верда, она уже чуть дороже. Вот это платье вообще, ну не могу вам передать, в каких объемах их просят, и как они сидят. Вообще, видите, это расцветки я вам показываю. Вот это вот тоже, видите, получается здесь вот три цвета. На черном фоне белые, синие и бежево-золотистые цветы. Здесь 4 штуки в размерном ряду. 4 размера. Тесси фабрика. 6500 розничная цена. Ну, оптовики уже, соответственно, пожалуйста, могут спрашивать, интересоваться. Ну, это модель, которая с гарантией, потому что, ну, не знаю, что, все, что есть лучшее, все могу про них сказать. Вот эта модель тоже прекрасно сидит, я сама эту модель ношу. Вот, здесь у меня, правда, осталась одна серия, последняя, но она у нас и в баталах, и в суперах, то есть от батального до суперового размера. Трикотаж вот такой. Посмотрите, пожалуйста. Здесь тоже баталы и супера. Здесь и баталы, и супера. Еще раз просто повторюсь. Батал это до 54-го. Супера это до 62-го размера. Есть они, смотрите, еще красные тоже. Очень красиво смотрятся. Вот эта модель. Просто идеально. Просто идеально. Ее сейчас просто... Она была в двух расцветках. У нее отрезная талия, вот эти карманы такие а-ля 65-й. Вот, и она под пояс. Все под... возвращается, да? Да, не, ну она просто шикарно смотрится. Там у нее получается чуть длиннее, чем 3/4 рукав идет. Здесь красивый вот этот карман. Были они черные и вот этот цвет, я не знаю, терракот, да? Или да, беж, да, я да, не знаю. Да, ну вот в бежевом цвете, в терракотовом она одна серия осталась. Сейчас это, норковые шубы шьют с такими карманами. Сейчас в тренде эти карманы. Ну да, я говорю, очень хорошая. Вот эту давай. Это было у нас, мы показывали. Здесь она двойная. Внизу идет. Это как удлиненная рубашка. Рубашка-халат. Вот так, да? Она там сквозная расстегивается. Внизу идет сарафан на лямках. И наверх одевается вот эта рубашка длинная. Они есть в расцветках, имейте в виду. Вот, пожалуйста, серый цвет. Зелень. Очень красивая зелень. Да, в прошлый раз я показывала. И очень крутая модель, она постоянно работает, уже давно хорошо продается. Это длина за колено, но она не совсем короткая, здесь длина за колено. Это Стелла, кстати, это Стелла. Вот эти вот модели тоже, ну, вот так они. Классический такой вариант, да? Угу. Как сафари такое. Вот. Ну и вот эти же рубашки, только рубашка с сарафаном, это двойка получается, внизу. Сарафан на лямочках, лямочка регулируется, и наверх одевается вот эта рубашка с разрезами. Очень красивая модель, я говорю, очень хорошо продается. Ну что, пойдем дальше? Да, обязательно дальше, это к юбкам. Так, ну что, мы продолжаем наш рассказ. Телепередачу. Телепередачу, да. Тамары Шик. Да.
Вот посмотрите, пожалуйста, юбки. Хочу сразу сказать, еще раз повторюсь, не обижайтесь, но юбки только оптом. Не получается никак продавать юбки в розницу, поэтому я их прорекламирую. Но для моих оптовиков, ну для новых оптовиков, для моих, кто смотрит Тамарин, кого заинтересует канал, да. В общем, да, кого заинтересует. Вот смотрите, здесь сбоку идет вот такая отделка. Рабочий карман. Это эко-кожа. Круговая резинка. Круговая резиночка. Вот так они со спинки. Очень красивый здесь пояс. Тоже отделка у пояса. Вот. Модель проверенная. Модель уже проверенная. Работает. Ее, как обычно, не хватает. Тем более, что сейчас сезон на этот товар. Поэтому, пожалуйста, девочки, 42-48 маркировка. Очень круто смотрится, очень хорошо продается. Пожалуйста, всем клиентам, всем оптовикам предлагаю для работы. Очень хорошая модель. Так, в этом же направлении тоже эко-кожа, только это уже другая фабрика, Exist Line. Видите, такая модная расцветка. Я даже не знаю, белая или серебро жемчуг. Она, жемчуг, да. Цветов у этой модели много. Вообще они, конечно, и черные, и зеленая бутылочная, и вот этот жемчуг, и вот еще вот терракотовый вот такой цвет. Здесь тоже 42-48 маркировка. 4 штуки в размерном ряду. Это Exist Line фабрика. Тоже очень хорошо работает. Сейчас просто я представляю вам два цвета. Их сейчас еще нет в наличии. Проданы, ждем повтор. Черные еще есть и зеленые бутылочные цвет. Ну что, птички мои дорогие, посмотрите, пожалуйста. Это же фабрика Exist Line. Здесь плотный, теплый трикотаж. Ткань, ну она как бы трикотаж, да. Но видите, она вот рисунок такой хороший здесь. Это обманка, то есть она не расстегивается. У нее круговая резинка по поясу. 42-48 маркировка. Exist Line фабрика. Посмотрите, вот так она со спины. Скажу вам честно, по объему продаж больше, чем эта модель, я имею в виду юбки, не продается ни одна из юбок. То есть ее берут все. Она стройнит. Здесь трикотаж, он такой... тяжелый, струящийся и тяжелый. Она очень стройнит, она теплая, она удобная, комфортная. В общем, клиенты сейчас на все на это обращают внимание. Лекала хорошая, поэтому я вам всем очень рекомендую. Очень хорошая модель. Так, пиена. Юбка упала, говорит, купите быстрее меня. Да, пиена всегда продается, с пиеной проблемы вообще никогда нет. Во всяком случае у меня. Значит, юбки от пиены пришли. Здесь, конечно, другая ткань, другое лекало, но она, соответственно, и дороже. Вот, смотрите, здесь сбоку вот так молния рабочая, круговая резиночка со спины, сбоку идут разрезы. Не знаю, вот она две штучки, видите, это я себе одну сразу же оставила, потому что обычно все выгребут, я остаюсь без модели. Очень красивая модель, стройнит, красиво сидит, дорого и модно смотрится, очень хорошая. Сейчас она тоже в одной расцветке, в зеленой бутылке. Были они еще черные, мы их получили, сразу продали. 3 штучки в размерном ряду. От этой же фабрики, от пиены, есть еще вот такой вариант юбки. Она идет, видите, на круговой резинке. Сейчас я вам покажу поближе. И здесь уже расстегиваются эти пуговички. Здесь не обманка, а пуговицы расстегиваются. Сама ткань, понимаете, вот прям вообще, не знаю, что еще можно огонь сказать. Да, ну правда, очень хорошая. Рабочий карман, круговая вот эта резиночка здесь. И вот такая у нее спинка. Эта модель есть пока в двух расцветках. Видите, вот два цвета. 3 штуки в размерном ряду. 44, 46, 48. И хочу сказать, это важный момент для оптовиков. Они тоже не маломерят. Так же, как и Exist Line, пиена не будет маломерить. Юбки очень хорошо садятся и очень такие классно смотрятся, модные. Пиена. Опять же, пиена, панбархат, пиджак. И к нему идут вот такие вот
брючки. Брючки широкие, от бедра, красиво, дорого смотрятся, садятся на любую девочке фигуру. Здесь видите, брючки чем хороши еще. У них вот эта круговая резинка, она без проблем, на любую фигуру. В них очень комфортно. Очень хороший пиджак. Если я правильно делаю, вот показываю, вот смотрите. Пиджак без всяких тут застежек. Вот он двубортный, вот так. Вот он, пижамного плана, да, как сейчас называют. Костюм такой пижамный. Вот так вот завязывается все. Любой низ туда шелковый, можно какой-то черного цвета, шелковый низ или любой цветной. Одели брюки, пиджак, это будет супер смотреться. По любому поводу, пожалуйста, и на каждый день, и на выход. И в какую цену? В какую цену? 8500 розничная цена у него. Ну, мы их очень хорошо продаем, они, правда, очень хорошо работают. Крутые вообще костюмы эти. Горох? Горох, горох, давай покажем. Да. Любители гороха. Ну да. Горох — это классика. Горох — это то, что продается всегда и везде. Пользуется всегда и везде спросом. Это классический вариант. Платье здесь прямое. Оно прямое. Внизу вот так оно, на такой вот рюшечке. Сбоку с разрезиками. Вот так вот. Здесь вот эта молния, она расстегивается. Вот. И цена его? Цена. Розничная цена 6500. Розничная цена. Цены, конечно, другие. Я приглашаю оптовиков к себе для работы. Пожалуйста, готовы с вами работать. Пишите, звоните, обращайтесь. Девоньки, вот такие палацио брюки. Палацио брюки. Эта резиночка, она тянется. Сбоку здесь вот такая вот застежка. Ну, что вам могу сказать? Вот это эко-кожа. Эко-кожа. И впереди, ну, то есть они полностью эко-кожа. Но есть варианты, когда впереди эко-кожа, а сзади они трикотажные. Видите, вот так. То есть вот такой вариант. Есть вариант, когда они просто полностью трикотажные. Сейчас, конечно, более актуально вот эта эко-кожа. Сейчас сезон начался, осенний период, и все вот эту эко-кожу просто просят и просят. Одна из самых хороших наших моделей, очень хорошо сидит и очень круто, быстро и хорошо продается. Но это я как бы для оптовиков говорю. Если кто-то захочет, кому-то понравится, эта модель с гарантией, они очень хорошо работают. Девочки, по брюкам хочу еще сказать. Кашемир ткань. Плотные, теплые ткани уже перешли. Очень хорошая вот эта модель сама по себе. Мы с ней давно уже работаем. Просто турки нам ее отшивают по сезону в разных тканях. Продается она всегда и везде, во всех регионах. И опт, и розница. Поэтому, пожалуйста, всем вам очень рекомендую. Есть вот в таком в сером антраците клетка. И есть коричневая клетка. Вот такая вот модель. Дальше. Есть вот такая ткань, тоже кашемир, тоже со стрейчем. Они не кашлатятся, сбоку вот эти кнопочки расстегиваются, поэтому, когда вы будете одевать ботиночки какие-то или кроссовки, при необходимости их можно расстегивать, они будут удобно садиться. И здесь в розницу тоже. В какую цену они? Сейчас, секунду. Здесь, видите, круговая резинка. Вот 42-48 маркировка и у этой модели, и у этой 42-48 маркировка. Розничная цена у них 3500. Также остались, да? Да. Угу. Да, розничные цены пока на месте. Так, Эстенсива фабрика, 42-48 маркировка, модели новые. Видите, они здесь как? Эта модель, она момами, момами. Сбоку вот такая у них вставочка идет, высокая посадка. Круговая резинка, теплый кашемир, плотная ткань, это уже осень-зима. Это осень-зима, очень крутая модель, очень хорошо продается, очень красиво садится. И Адорати фабрика. Почему я на фабриках делаю ударение? Потому что клиенты-оптовики знают эти все фабрики, чтобы привлечь их внимание в первую очередь. Вот, посмотрите, пожалуйста, здесь тоже плотная, теплая ткань, момы, рабочий карман. Вот, вот эта нижняя часть, вот такая вставочка просто, видите, сделана. Вот, высокая посадка,
круговая резинка. Здесь вот просто очень интересно смотрится вот эта разноцветная резиночка. Очень хорошая тоже модель. 42-48 маркировка. Ну что, дорогие друзья, вот побывала сегодня я в гостях у Ольги. Оль, спасибо тебе огромное за то, что ты рассказала, показала о своих новинках. Но, дорогие девочки, обратите внимание, здесь очень-очень много всего. Брюк, костюмы, платья, верхняя одежда, толстовки, кардиганы. Поэтому, кому интересно, заходите, пишите, звоните. В том числе и переходите к ним в контакт. У них есть своя страничка, также, где они все выкладывают для вас. Правильно? Да, конечно. Во-первых, есть группы в WhatsApp, есть группа ВКонтакте, есть у нас Telegram-группа. Ну, короче, во всех практически соцсетях. Плюс вот, пожалуйста, Тамара к нам постоянно приходит, да. Снимает. Да. Я хочу сказать, что на самом деле мы работаем напрямую от производителей. У нас хорошие цены, у нас качественный товар. Не знаю, есть клиенты, которые 20-25 лет с нами работают. Еще с самых Лужников оптовики наши, которые, может, терялись, а потом находились. Есть клиенты, которые новые, но дальние регионы, очень довольны. Мы отправляем, стараемся во всяком случае отправлять то, что мы сами хорошо продаем. И товар, который мы знаем, что он не просто продается, а улетает. Поэтому приглашаю вас всех, пожалуйста. Всегда рады вам помочь. Корпус А, первый этаж, 1D24. Сразу 8-й вход, поворачивайте направо. Да. И сразу первый бутик. Увидите, первый, да. Ну что, а мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч. До новых встреч. Девчонки, да, наряжайтесь. Приходите все. Всем пока-пока. До свидания. До свидания.